Привет, мои дорогие друзья, hello, my dear friends. Сегодня у нас вторник. Идем с мамой. Снег в лицо, ребята, иду щурюсь. Идем с мамой в магазин. Едем на Бонарку покупать радио, да, мам? Да. Поздоровайся. Доброе утро. Ой. Спрашиваю вот сейчас у мамы, зачем нам радио? Мама, зачем нам радио? Чтобы звуки заглушать. Очень шумно. Очень шумно. Это раз. А во-вторых, чтобы новости все знать. Правильно. Скользко очень. Я под ноги смотрю. Больше. Слышу звон бубенцов. Стоим на остановке. Посмотрите, какие красавцы скачут, ребята. Больше краков. Закрыла нос, чесноком так резко запахло. Мама говорит, дезинфекция чесноком. В автобусе проводится ужас. Запах невыносимый. Ребята, Висла не замерзла, уточки там плавают, так что все в порядке. Ребята, воздушный шар, никто не летает. Холодно, туристы отдыхают. Да, мама говорит, колесо движется. Колесо работает, обозрение. Чтобы не замерзло. Такое движение днем на дорогах. Ехали мы к Бонарке. Сейчас пойдем за радио. Зашли в Зару, ребята, посмотрите, какая курточка такая мохнатая, толстенькая. Цену не вижу. Описание. Так. А вот увидела ценник рядом. 159 злотых, а было 229 злотых. Делим на 5 цена в евро, умножаем на 10 цена в гривнах. Мама что-то нашла. Я хочу свитер себе купить. У меня очень тонкое пальто. Она мне что-то будет предлагать. Нет, я хочу что-нибудь такое более практичное, не светлое теперь. Тут разные пальтишки. Но они холодные. Это разные. Здесь есть и вот и толстые такие теплые ткани. Вот такое вот есть. А, это пончо, ребята. Сколько же? Сейчас, секундочку. 349 злотых или 3490 гривен. Теплое. Ну, на весну такое не надо. Да, теплое. А сколько же у нас такое пальто стоит теплое? А, кстати, 159 злотых, 1590 гривен. Ну, тут действительно оно толстое, ребята, посмотрите. Оно, да, очень хорошее, между прочим, пальто. Да-да-да. Оно, какое оно из себя, сейчас мы покажем. Можешь так подержать, ну, раз конечно. Ты уже на него внимание обратила? Смотрите. Не, рукавчик не тяни, вот, чтобы видно была модель. Ага. Прямое. Оно сзади. Вот такое. Хорошее, качественное пальто. Ребята, вот еще одна модель. Тоже в Заре. 499 злотых. Вот такие рукава. Как же повесить? Сейчас я вам покажу. Такая вот модель. И вот такой вот, как сказать, шарфик, типа, да, вот его да, перебрасываешь, да, да. Как-то вот так вот, да, на шею, да. Можно регулировать. Ну, берется все. Ну, смотрите, на нем все висит, все нитки, все, короче. Сейчас и сзади покажу. Вот такое, с разрезом внизу. В принципе, симпатично. Есть еще вот такие оранжевые кофточки, обычные, 59 злотых. Такие вот жилеточки вязаные, 59 злотых, мягенькие.
99 злотых такая рубашечка. Распродажа сарафанов по 79 злотых. Так, вот такое. Кардиган такой очень теплый. 139 злотых. Made in China, Китай. И тут тоже 199 злотых. Очень плотная ткань. Ребята, на Панарке, посмотрите, говорит, мама, сфотографируй меня. Так другой стороной покажи, ты же там... В общем, чашки для супа. Написано, зупа дынёва, тыквенный суп. 15 злотых. А вот. Сейчас разобьешь, будешь платить. А вот смотри. Вот с грибами, посмотрите, какая чашка. Они такие громадные, вот моя рука. Тяжелые. Да, и тяжелые. Тяжелые. Красивые очень. Нам понравились. У нас просто нету таких, поэтому вместо тарелки глубокой все дома осталось. Видимо, навсегда. Так, а вот борщ написано для борща. Борщ на польском языке. И нарисована свекла. Ну что, будем покупать такую чашку? Ничего у нас есть, не надо. Саночки, 199 злотых. Шурупами, закрутками. Ой, без деревянные. Спинки, без спинки плохо. У меня была со спинкой. Я со спинкой каталась. Видите, поубирали всю новогоднюю продукцию и будут весеннюю выставлять и товары. Вот на Банарке зонтики продаются. 29 злотых, 290 гривен, 38 злотых. В зависимости от качества и цена разная. 42 злотых. У нас нет зонтиков, да, мам? И ремни, цены в злотых. И вот такой прозрачный 48 злотых зонтик. Целлофанчик. 14 злотых, 3 килограмма капусты в ведерке. С морковкой. И огурцы за 10. Мы брали очень вкусные. Злотых со скидкой, индюшины 12 злотых, это 500 грамм, полкилограмма, или 120 гривен, или 2 с лишним евро. Большой ассортимент, говяжий фарш 12,99, земной 11,98, 500 грамм и 12,99. Цены на яблоки 4,89. Цена на фасоль 9,99. Сколько здесь грамм? 300 грамм. 99 гривен или 2 евро 300 грамм. Горох 3,75. Тоже 300 грамм. Вверху по 7 злотых. Суп какой-то, ребята, старопольский. Разные виды круп. Вашива сушена. Сушеные овощи. Сельдерей, морковка. 2,65. Вы посмотрите, какие бананы громадные. А зеленые 12,99, ребята. Вообще зеленые. Вот желтые для сравнения. А это зеленые. Кокосы цена. Ананасы цена. Такое, ребята, я не знаю. Написано кефир. Что это такое, не знаю.
Вот даже клубника продается. 13,99, 250 грамм. 13,99 злотых. Но она, видите, не совсем доспелая, да? Хотя вот это хорошая упаковочка. Трускавка. Это польская трускавка. Вкусняшка. А вот, ребята, малина 9,99. Видите? Красивая, покажу вам. Это для украшения тортиков берут. В колбасном отделе, посмотрите, какая белая колбаса. Испанский, что-то испанское. Почему белая? Фуэтет, наверное, оригинал. Видите, она белым присыпана. Вот. Почему белым, не пойму. И тут тоже. Колбаски по 7,98, тоненькие, очень популярные в Польше. Маленькие, тоненькие. Цена в злотых за упаковку. Получается очень мало грамм, 90 грамм. Индюка, посмотрите, увидели, 10,98 злотых. Взяли килограмм, недорого. И пупки по 16,98, индюшиные, крупные. Пришли мы, ребята, покупать радио. Вот такой ассортимент. Мы остановились на такой цене. 109 злотых стоит радио. Вот такое небольшое. Есть вот такие вот радиомагнитофон 279 злотых. Вот такое есть радиомагнитофон. Вот такое есть. Радио за 149 злотых. Вот такое. Ну, тут все подороже. Сейчас мы еще обсмотрим с мамой. Вот еще варианты радио по 79 злотых. Небольшие. И вот мы где-то за 109 увидели. Экскурсия рядом, им рассказывают, ребятам перебивают, не могу подойти ближе. Остановились мы все-таки на такой модели, вот уже принесли домой, работает хорошо, здесь колесико крутишь, громкость хорошая, нам посоветовали Panasonic, потому что то, что за 109 злотых, оно на батарейках. А батарейки, две пары, а сюда надо три батарейки, стоят 20 злотых или 200 гривен или 4 евро. А надо было три батарейки, значит 4 пары батареек, еще 40 злотых. А мы купили эту модель, по-моему, за 129, да, мам? Злотых, это 1290 гривен, но оно хорошее очень, нам нравится. Вот здесь вот волны. Включается, переключается, и мама довольна, да, мам? Ну, я тоже. Вот антенка вытягивается, в общем, мы довольны. Наездили с мамой по городу, ребята, сегодня купили радио, а теперь мне надо будет идти на вторую смену на работу. Поэтому мне когда будет радио слушать, а нужно работать. Не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, писать комментарии под видео. Спасибо за ваше внимание. Хорошего дня. Берегите себя, мира нам всем и добра. До скорой встречи. Всем пока. За день ребята набегались по магазинам. Немножко поспала, а теперь на работу. Вечерний город.